Ну если вы видите что-то, говорите стоп. Вы видите стоп, чтобы мы расходились. Два, один, я не судьи куплен. Ой, я в голову попался. Слушай, успокойся, есть. Саня бы тебе помог. Пятым, что ли, газу я слушаю, Соня? Солнышко. Стоп, чё? Или ну ладно, заплачу. И меня сейчас собрал. Не завалил. А еще не знаю, минус. А, труба, Лёх, тебя не торчит труба там? Нет. Начали? Начали. Ну что не орёте, я же попал в голову, ё-моё. Ты что не орёте, потому что я не вижу, вам попал. Вот и всё. Ты узнал, что судьи не вернутся. Просто судьи куплены. Стоп. 4-2. Стоп, 5-2. Почему 5-2? Да то, что ты вроде в ногу попал. 5-3, в прошлый раз я ему попал в голову. Ой, смотрите. Не, стоп, в прошлый раз он тебе попал. Был 2-2, потом стал 3-2. Потом он мне 2 удара просадил. Вот и сейчас 5-2. А? Ты попал в не, ну если они это, посчитали очков твоих. Я вижу всех, понимаешь, что всех. Я вижу, да, удар, я увижу. Я имею в виду, что посчитали очков твоих. Мы с вами сейчас скользнем в бок. Мы не считаем. Голову. Счет. 5-2. А, вот это сними же. О, 5-3. Что вы не считаете этот удар, блядь? Вот я увижу удар. Вот ну я в ногу попал. Ну дальше уйди, я еще больше видеть буду. Силь, ты чего молчишь? Не было в ногу, я не вижу. Поехали. 5-3, поехали. Дальше. Стоп, пожалуйста, 5-4. Что? 6-5. Че, голову сейчас он попал, спросите у него. Попал? Лех, скажи, что попал в голову. Я придерживаюсь правил, что ты учил. Давайте участники молчат, что вы? Поменяйте судьи. 6-5, да? Других купленных? Да. 7-5.